Движение навстречу возможностям. Под таким девизом в этом году проходила молодежная профильная смена «Наше дело» в лагере «Березка». Самые яркие и активные лидеры общественных объединений, волонтеры, школьники и студенты в течение недели прокачивали свои навыки проектирования. Участникам предстояло включить на полную мощность весь свой творческий потенциал, креативность и критическое мышление и составить вместе с командой план социального проекта, который был бы интересен для молодежи Сарова. С нами работали специалисты по проектированию, приезжала спикер из Саранска, которая защищала проект, и она делилась с нами этим опытом. Также моя была задача рассказать ребятам про Добро.ру, как регистрироваться, про волонтерство в целом, и также помощь в создании проекта. Участники смены познакомились с различными добровольческими и творческими организациями города. Более 60 активистов учились продвигать свой проект в соцсетях, собирать подходящую команду, искать спонсоров и участвовать в грантовых конкурсах. Ребята участвовали не только в обучающих блоках, но и в спортивных марафонах, лидерских тренингах, мастер-классах, веревочном курсе. У нас было 6 проектов с очень разным направлением. Это, например, медиа, спорт, патриотическое направление. Ну, вообще их очень было много, 6 вот направлений. Вот. Лично мы, молодежный центр, будет работать с направлением здоровья. Я была куратором проекта «Чисто тел». Он был направлен на то, чтобы привлечь молодежь к спорту. Участники профильной смены прокачали свои лидерские, коммуникативные и творческие навыки, научились работать в команде, изучили навыки проектирования. Ребята получили уникальные знания и бесценный опыт. Один спикер был, Елена, она вам рассказывала именно как о проекте, как правильно его защищать. Второй спикер был Юля, она рассказывала нам о лидерстве, кто такой лидер, что такое лидер, что такое медиаплан. Яна, это главный куратор отряда, она нам рассказывала. Затраты, какие должны были быть, ораторское искусство. Теперь вместе с кураторами ребята будут дорабатывать свои проекты, которые они представят осенью на форуме «Время выбрало нас». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.